А сегодня на обзоре два абсолютно одинаковых велосипеда от Стерна. Только один вот этот вот приехал к нам через неделю, после того, как на нем катались и поняли, что магазинная сборка это фуфло. Итак, Стерн Мира 1.0. Значит, вот такой он весь уже грязный. Не работает здесь ничего, колеса не крутятся, передачи не переключаются, тормоза не тормозят, потому что собирали в магазине Спортмастер. Ну, мы пересоберем, конечно, только возьмем еще чуть-чуть подороже, потому что помыть его придется. Здесь у нас трещотка на 7 скоростей. Ну, самая дешевая, простая, будет работать. 26 колесики, заниженная рама. Короче, офигенный велик, если вот ну, для девушки кататься. Руль, видите, да, как стоит прикольно. Кверх ногами. Ну и, как обычно, эти трубашки-тросики заходят не с той стороны, о чем я постоянно говорю. Мне это не нравится. Беспонтовые крылья. Ну вот, не знаю, люди катались, им не понравилось. Что сделали мы? То есть вот точно такой же велик нам привезли на сборку, новый. Мы сделали очень хорошую скидку клиенту. И как бы на эту скидку он, грубо говоря, покупает дальнейший апгрейд. Смотрите, какие офигенные полноразмерные крылья от фирмы SKS с брызговиками. То есть почти полная защита от дождя и от воды. Дальше. Клиент пожелал руль повыше, потому что все-таки женщина хочет ездить с прямой спиной. Мы поставили удлинитель шток китайский, самый дешевый, и поставили короткий, самый короткий вынос. Подняли руль наверх, смотрится, ну, нормально. То есть человек будет ездить с прямой спиной, у него ничего не будет оставать. Это велосипед прогулочного типа. Передачи здесь настроились, тормоза настроились. Что здесь не очень хорошо, это вот передний переключатель. Вот эта вот рамочка, но женщины, как правило, катаются на второй звездочке, так что для них это не принципиально. А так, ну, трещотка на 7, недорогая, тормоза, дисковая механика, все работает отлично. И новинка, которая еще нет в продаже, это пластиковые хомуты, напечатанные на 3D принтере. Под все типы, размеры вилок мы будем их печатать. Пока это вот самый первый тестовый образец. Держится очень хорошо, смотрится эстетично, вообще как будто его бы здесь даже и нету. И цвета, наверное, разные будут, потому что пластик бывает разного цвета. Все, вот такой получился интересный велосипедик для девушки.